Это дорого. Ну, конечно, все прекрасно понимают, что нету никакого дорого-дешево, и на вещи, которые нам нужны, мы прекрасно находим деньги. Тем более, я уж не буду говорить, что сейчас есть огромное количество банков, которые предоставляют кредиты, и это там 2-3 тысячи, 2-3-4 тысячи в месяц на свое развитие, это могут позволить. Ну, я не буду прям говорить все, но мне кажется, что большинство могут. Если у вас прям какая-то такая ситуация, что вы живете в деревне, как у меня был случай, когда у меня ученик жил в горах и жил своим хозяйством, и у него чистых денег было там 5000, и тогда интернет стоил 5000, он эти 5000 тратил на то, чтобы оплатить интернет и заниматься. Поэтому тут вопрос только в том, насколько вы сами для себя определили, что вам это нужно. Или, может быть, вы определили для себя, что вы вообще, в принципе, не готовы платить, и тогда для вас будет любая сумма дорого. Согласитесь, что через год вы обернетесь назад, и если вы записываете свои расходы, то вы увидите, что вы потратили эти 20, 30, 40, да сколько угодно, тысяч, сколько у вас было, вы все полностью потратили и даже не заметили куда. И это не всегда были самые обязательные вещи такие, я уж не говорю, что понятно, что нужно оплачивать жилье, питание, еще что-то. Но это были какие-то расходы, которые у вас как пальцы, как песок между пальцем, как вода между пальцем. Вот. И представьте, что вы вот эти вот деньги не просто куда-то слили, куда даже не заметили, а вы целый год занимались и вложили в себя, в свое здоровье, в свои изменения, которые вы уже почувствовали на марафоне. Вот. И сразу становится понятно, что никакая сумма не является дорого. Есть дороже, есть дешевле. Вот. Это не самое главное. Самое главное, что вы сейчас почувствовали, что вы сейчас начали заниматься, почувствовали, насколько это классно заниматься, насколько это интересно, насколько вам это подходит, насколько это легко, с одной стороны, и с другой стороны, достаточно плотно и существенно. И вот это вот все, вот этот вот импульс, вот этот вот шанс, который дается не каждый день. Не каждый день вас зажигает заняться собой. Не каждый день вы так вписываетесь в марафон, проходите задания, занятия, вам нравится, вы увлекаетесь. И не каждый день вам приходят такие предложения на год вписаться с мастером, с мастер-группой, заниматься. И следующее предложение неизвестно, когда поступит, и вряд ли оно поступит, потому что Вселенная так устроена, что если вы один раз отворачиваетесь, второй раз отворачиваетесь, то она говорит: ну, знаешь ли что, Синичка, давай, тогда у тебя другой жизненный поток. Вот, поэтому решать вам. Я специально сделал в разы дешевле, чем обычно мастер-группа. То есть это не базовая стоимость мастер-группы. Это вам на год сразу дается скидка на год. Намного дешевле, чем обычно стоит мастер-группа. Поэтому, если вам кажется дорого, то подождите, пока поднимутся цены, и покупайте дороже по той стоимости, которая, ну, действительно актуальна. 2-3 тысячи в месяц – это намного-намного ниже рынка. Если представить, что вы занимаетесь… Ну, давайте попробую поднять вам ценность, да? Вы занимаетесь каждый день, то есть у вас в день получается меньше 100 рублей на занятие. Вы каждый день занимаетесь, вам каждый день, вот вы в любой день можете сказать, что что-то я не знаю, что мне сегодня поделать, я вам либо будет в этот день прямой эфир, либо я в этот день выкладываю какой-нибудь новый курс, либо мы повторяем записи, у вас каждый день есть материалы для занятий. Вы говорите, что, ну, это уже другое, это уже в другом видео расскажу, что если там нет времени или еще что-то, это уже другой аспект. Но представьте, что через год вот вы, ну, вряд ли, может, мы встретимся на марафоне,
Вот. Но через год вы приходите и говорите, вот давайте я снова попробую. Но у меня уже появились там такие болячки, еще что-то, мне надо делать операции и тому подобное. Либо вы... Спасибо за карту, хочу сказать за карту. Вот. И, конечно, никогда не поздно, да? Конечно, никогда не поздно, и всегда, всегда начать заниматься это вовремя. Вот. И это время сейчас. И его другого нет. И если вы говорите о том или еще что-то, то это просто вы себя обманываете. Вы хотите, может быть, чтобы вас поуговаривали, но мы здесь не уговариваем. Сори, нам в мастер-группе нужны взрослые, серьезные участники, которые не нужно уговаривать, которые сами для себя определяют, что нужно, когда нужно. Поэтому, если нету средств непосредственно вот в кармане, там, на карте, то сейчас все банки предоставляют замечательные кредиты. И учитывая, что сейчас практически 50% скидка по стоимости, то получается, что все эти проценты, которые вам нужно выбегать, то они как бы ложатся на нас, на участников, организаторов. Поэтому, друзья, давайте соберитесь с духом, решите, надо вам или не надо, и если надо, то не придумывайте себе оправдание, что это дорого, что это еще что-то. Просто давайте начинать заниматься. Уже ближайшие занятия, вы знаете расписание, знаете когда. Присоединяйтесь, не теряйте такую возможность. Я очень-очень-очень хочу, чтобы вы смогли продолжить. Вот, я делаю все для этого. Я с вами общаюсь персонально, лично, еще как-то. Отвечаю на все вопросы, потому что мне очень больно смотреть на то, как участники марафона, которые вошли в мастер-группу, выглядят, и как выглядят участники мастер-группы, участники марафонов, которые не вошли в мастер-группу. Это боль, это участники, которые не вошли в мастер-группу, перечисляют мне операции, болезни, которые появлялись, а участники мастер-группы, которые занимаются, они благополучно занимаются, становятся преподавателями, улучшают свое физическое и психофункциональное состояние, и все у них замечательно. Друзья, присоединяйтесь или не присоединяйтесь. Я одинаково, равномерно, как готов вам помочь, то есть вас так и оттолкнуть, если я понимаю, что вы хотите, чтобы вас уговаривали, заставляли.